В настоящий момент продолжаются работы по переустройству водопровода. Пока его готовность 50%. Не останавливается и сложный перенос телефонных коммуникаций. Помимо этого, к установке светильников готовы и новые опоры. Их оборудовали специальными кронштейнами. Ведутся работы и по возведению подпорной стены на спуске Городищенской горки. За неделю строители залили 50 кубометров бетона и завершили армирование еще двух секций. При стесненных условиях строительства и перепадах высот такое сооружение – необходимость. Оно предотвратит сползание грунта. Это особенно важно для домов, которые вплотную примыкают к будущей дороге. Напомним, на первый этап реконструкции Городищенской горки предусмотрено 40,5 миллионов рублей. Протяженность участка дороги около 700 метров. Она пройдет по улице Бежецкой до перекрестка с улицей Объездной. Дорогу расширят до 22 метров, организуют шестиполосное движение.